Эгей, привет! Это пушистим елку. Семейное мероприятие. Наряжаем, строим, пушистим, собираем елку и наряжаем ее. А Лисик занят своими делами. У Лисика своя персональная. У Лисика персональная маленькая елочка. Лисик, споешь еще раз песенку для нас? Угу. Давай, вставай. Вот, к елочке поближе. Ой, мы сейчас у вас упадет все. Вот. Елочку сделанную в гости мы позвали. Да чего, наверное, елка в нас собрали. Елка, елочка, просто зарыть деньги. И пусты сырисы на всем на удивление. Ай, как хорошо, похлопайте малышу. Молодец. Кисочка, посмотри на меня, улыбнись. Мурси, 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 мурси. Гуфти, посмотри сюда. Да. Про апельсины можно говорить, нет? Можно. Ест апельсины человек, а корки он бросает в снег. И под еловым сводом вдруг пахнет Новым годом. Ля-ля-ля, ура. Ай да мы. Ай да мы. Так. Елочка у нас уже почти вся распушилась, поэтому как только мы будем наряжать, мы к вам обязательно присоединимся снова. Пур-пур. Теперь у нас игрушки появились. Рыба, посмотри на меня. Надо клеить. Не будем сейчас клеить? Вечером подклеим. О, нас смотрит папа. 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 Нет, это давай не будем. Там, вон там вот еще игрушки. Это очень большой масштаб есть еще. Продвигай коробку сюда. Полки возьмем по корзинке. Мы за гривами пойдем. Пил-пил. Папа пишет пил-пил. Обнаженные младенцы с крыльями. Что говоришь? Показываю обнаженного младенца с крыльями. А где они? Вот один. Тут у нас есть максимализм, минимализм. Осторожнее, сейчас у тебя на золотой елке появится пингвин. Нет, пингвины сюда не надо. Не надо пингвина на этой елке. Ну давай. Так. Они сейчас будут троллить. Троллить? Тогда я ухожу. Я тоже буду троллить. Ты будешь троллить меня. Троллинг. Везем пингвина не будем. Поехали. Я пошел на золотую елку. Все. Я тут. Бабуля, тут пингвин заселся. Я его вообще выкину. Ну зачем? Ну потому что у меня. Покажи голых молодых младенцев. Подожди. И с крыльями. Ух ты, смотри, можно украсить нашу елочку вот такими снежинками. Смотрите, дракоса.